да, да, да. А? Что ответить? Да. Добрый день, Алексей. А, добрый день, Игнатий. Мир тебе. Мир тебе, брат. Хочется пообщаться с тобой. Ну, ты только что... слушай, сейчас сначала я скажу. У нас все записывается и выставляется в интернет. Ты не против? Да, Игнатий, о чем мне скрывать-то? Ну, я и говорю, ты не против? Нет, я не против. Все, говори, пожалуйста. Ты меня видишь нормально? Да, я тебя вижу. А ты меня не видишь? Нет, я тебя не вижу. Не видишь? А, вот сейчас вижу. Вот. Ага. Вот второй брат там, приветствую его тоже. Да. Мир вам! Вам, это, Игнатий, во-первых, передаю от Вали, Валеры поклон. Валера третий год со мной занимается, очень так настойчиво и постоянно. Хорошо. Вот. Он вот, хочет тебя еще увидеть. Раз, а пообщаться с тобой. Вот, Валя, Нина, наверное, это, ну, последние дни у нее злокачественная опухоль на груди, вот, которая крестилась со мной вместе. Да. Была, Нина. Вот. Вот, тоже она, ей очень плохо сейчас, и тоже, как бы, от тебя хочет получить наказ какой-то, напутствие. Сейчас, так, послушай, утешение. Алексей, у тебя что за глазок такой? Ты прямо это близко совсем, отодвинься маленько. Вот так вот. И, вот так, закрепи на этом. Вот так. У меня планшет, не ноутбук. Ну ладно, говори, Нине передай поклон. Я ее помню. Так, ты ее передать поклон, Вале поклон. Ну, Валя тебя еще увидит. Валя была жена еще у нас в лагере с внуком. Игнатий, мне вот такой один вопрос мучает все время, знаешь. Позапрошлом году, когда мы у тебя были, вот, Валера, Нина это, и Валя, вот, и ты, я к тебе подсел на скамейке, ты, наверное, этот момент мог и забыть, он такой, как бы, знаешь, ну, незначительный был. Я подсел и говорю, все время хочу, Игнатий, тебя увидеть. О, ты сказал, слава Богу, вскочил и отошел. Я думал, может, про какое дело ты вспомнил. А ты встал в стороне и стоишь. Я не понял. И до сих пор я мучаюсь этим. Понимаешь, что? Именно. Что чем это? Ты мучаешься? Поясни, чтобы я понял. А чем? То, что ты мне резко от меня встал и ушел. Я вообще приехал с тобой пообщаться час-два наедине. Один на один, чтобы так побеседовать. Ну, понимаешь, ты хотел, это твое желание. Тебе надо учитывать другую сторону, и какой будет ответ, ты должен принять. Когда мы у кого-то что-то просим, желаем, то два варианта. Будет положительный или отрицательный. Ты за все должен благодарить Бога. А ты заранее наметил, со мной не посоветовался. И поэтому мои действия, они зачем под обсуждение подходить? Ты вправе был приехать из Казахстана. Я вправе в России был встать и отойти. Ты получил, что хотел. Сейчас говори, пожалуйста. Никогда не надо за это цепляться так, как будто бы один вариант. Два варианта. Ты просишь, я имею право отказать, имею право отдать. Ну, я понял. Все, никогда. Не мучайся этим, я к тебе ничего не имею. Я сделал так, как мое побуждение сердца было. Игнатий, я только хотел сказать, чтобы ты меня правильно понял. Я уже 8 лет в покаянии, живу чистой жизнью. Проповедую, как могу, в поезде проповедую, вот ездил. И вот Валера, мы занимаемся, читаем постоянно это, блаженным Феофилактом, вот толкование, все мы это изучаем. И каждое воскресенье мы и не пропускаем. Если даже в воскресенье когда-то что-то не пропустят, мы все равно среди недели выбираем время, наверстываем то. Вот, понимаешь, мы занимаемся как следует. Вот. Валя, еще одна ходит женщина тоже с Валерой, они приходят. Вот, мы тоже занимаемся. Вот. Ну, еще многие были тоже, отошли как бы все так. А Валера вот уже 3 года он ко мне ходит. Мы занимаемся. Вот. Ну, я тоже болею, меня хотели на операцию, сердце, операция.
Вот. У меня сердечная недостаточность, ну, шунтирование там какое-то, или что, восстану. Вот. Ну, не поехал я никуда. Так. Все. Думаю, как есть, так и есть. Потому что 70 уже стукнуло, это библейский возраст. 70 лет я при большей крепости, 80 лет. Вот. Ну, больше крепости у меня нету. Вот. 70, наверное, еще может с хвостиком маленько что-нибудь, а потом уже все. Ну и вот так вот все время сердце ноет, вот хочу с тобой просто хоть посмотреть на тебя, хоть два слова услышать. Вот мне этого, знаешь, этого, наверное, даже достаточно. Хорошо, я тебе отвечу по твоей сердечной болезни. Ты должен исследовать свою жизнь и найти, что сердце твое могло быть другим, если бы ты вел правильный образ жизни. Болезни часто мы наживаем. Когда человек умирает, я спрашиваю, он пил? Да, пил. Курил? Курил. Ну еще спрашиваешь. Наркоман 36 лет, дальше не живет. Настоящий наркоман. Ну и пьяница. Не надо удивляться. Польский врач говорит, вот пришел ко мне знакомый, ну и говорит, вот сердце прям, я не знаю, там шунтирование надо что-то делать. Он говорит, а сколько у тебя отец жил? Он говорит, 62 года. Отец пил? Нет, он не пил, говорит, он просто верующий был. Ну хорошо, ты пьешь, пьешь. Так, 62 у тебя не получится. У тебя остается только, говорит, 54. Куришь, куришь. Ну вот откидывай еще 12 лет. Мужик сжался. Ну и все. Тебе осталось 2,5 года. Отключилось. Веди свое. Не выключай никогда. Нет, нет, нет. Он сейчас может появиться. И выключать не надо без моего разрешения. Вот так. Что-то где-то он задел или что? А вот прочитай, что это такое. Вы используете пробную версию ЭВР. В ней можно записать только до 5 минут за один раз. Активируйте ЭВР. Для скайпа. Два простых шага. Именно. Нажмите здесь, чтобы купить лицензию. Введите ключ активизации. То есть больше мне не разрешают. 5 минут только. Угу. Это не годится. Что за лицензию? И выключить никто нельзя. Активировать. Продолжить испытание. Прервалось и все. Теперь будет еще 5. Хочу пообщаться. Но продолжительность 6 минут 19. Это вообще больше минуты. А как же так? Видишь, как сделали хитро. И ничего не сделаешь. Ее не убрать нельзя никак. Вы купите и не разговаривайте. Так они скоро наложат и на Mail.ru везде и вырубят. И... Вы используете пробную версию. Все, еще не остается, как только звонить Виктору. Все, пока, прекращай. Звонок другу.